Да все хорошо, какие впечатления? Обычная рабочая игра, процесс физической нагрузки, все остальное. Это ключевое, наверное, какие-то тактические понимания тренера, чтобы использовали. Ну, ничего обычного, ничего сверхъестественного, рабочая атмосфера, рабочая игра. Команда тренируется сейчас в паузном режиме. Насколько сложно было входить в игру? Да ничего сложного, это наша работа, время. Это банальность. Если думать, что ой, тяжело, то это будет тяжело. Но так это наша работа, поэтому я думаю, все работают в двухразовом режиме. Поэтому мы всех в одинаковых условиях. Основная задача – прогрессировать. Ты в команде с первых дней подготовки. Как тебе тренировочный процесс в целом? И как оценишь свою физическую готовность? Да какая физическая готовность? Две недели работаем, еще месяц. Да чувствую себя отлично, поэтому ничего не могу сказать такого плохого. Ну, тренировочный процесс мне нравится. Большинство с мячом, поэтому нагрузки, это уже не ко мне, это тренеру решать. Поэтому только позитивные моменты. Во-первых, то, что я дома, это уже хорошо. Ну, все такое. Если сравнивать с матчем с Белушин, какие-то сравнения, можно проводить какие-то параллели? Есть ли прогресс, чувствуется прогресс? Ну, мне кажется, Днепр свежее, помоложе, они чуть быстрее, чем Бобруйск, по идее. Ну, мое такое мнение. Скажем так, но мне показалось, что они немножко мобильнее. Ну, посвежее, может. Много молодых у них ребят. Ну, вот наш второй тайм сыграли дублеры очень здорово, мне понравилось. И игры в манеже, как качество покрытия? Да все супер, издевайтесь. Если бы меня в такое время, я не в Добруш ездил тренироваться, а играл в манеже, может быть, что-то лучше. Шикарно, ну, во-первых, довольно сидеть хорошего качества относительно. Мне, ну, по сравнению, свежий, новенькая. Ты не бегаешь на ветру, снегу. То есть, поэтому, я думаю, это огромный плюс.